В Саратове горел подвижной состав. ЧП произошло 14 декабря на железнодорожной ветке в Улишах, где разбирают старые поезда. Огнем оказался объят один из составов. Предварительной причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при распиливании внутреннего оборудования вагона. На место возгорания прибыли несколько пожарных расчетов. По словам специалистов Приволжской железной дороги, сгоревший вагон не эксплуатировался, и его демонтажом занималась частная компания, не имеющая отношения к РЖД.